Он очень любил посидеть вечером с книгой. Его любимый писатель Леонов, Максим Горький, Конан Дойль. Только времени на семью и досуг у почетного гражданина Воскресенска Николая Ивановича Макарова практически не было. Все занимала работа. В начале 70-х он приехал в Воскресенск и возглавил цементный завод «Гигант». За четверть века руководство Николая Ивановича предприятие стало одним из лидеров строительной отрасли региона. Эти и другие заслуги выдающегося человека были отмечены на торжественном открытии памятника. Николай Иванович – тот человек, который для нашего города сделал очень много. И, будучи руководителем, 25 лет руководил заводом, сделал очень много по модернизации основных средств, сделал очень много для строительства, перестройки, реконструкции нашего города. Очень много социальных объектов было построено. Николай Иванович не только развивал производство и был великим руководителем. Наверное, таких на сегодняшний день уже практически не осталось. На счету заслуженного строителя Российской Федерации Николая Ивановича патенты на изобретения. Благодаря его усилиям развивалась южная часть города. Были построены две средние музыкальные школы, терапевтическое отделение больницы, спорткомплекс, жилые дома. Чтобы отдать дань памяти почетному гражданину Воскресенска, решили установить бюст. Место для памятника – сквер на улице Карла Маркса, микрорайоне «Гигант» – выбрали сами жители, участвуя в опросе. Открывая этот памятник, конечно же, хочется сказать большие слова благодарности всем вам, кто вышел с инициативой, кто включился в работу. Но не могу не отметить одного человека, который вложил сюда всю свою душу. Это Баранов Иван Владимирович. Спасибо вам большое. Потому что, наверное, нету будущего того народа, кто не знает свою историю и не чтит ее. А история – это люди. Этот памятник не просто памятник, это память о человеке, замечательном человеке. И я убежден в том, что он на месте стоит красивым. Николая Ивановича Макарова и Ивана Владимировича Баранова называли стариками-разбойниками. Они во главе совета директоров района внесли большой вклад в восстановление южного флигеля усадьбы Кривякина, профилактория, стадионы в южной части города. Год назад Николай Иванович ушел из жизни. У нас сохранилось его очень меткое высказывание о своем пройденном пути. Если бы не было трудностей, не было бы радости, не было бы и счастья, не было бы и всего этого, что сегодня. Эти слова особенно созвучны сегодняшним днем, юбилеем Воскресенска и открытием памятника. В создании бюста приняли участие 22 организации Воскресенского района. Это их дань памяти Николаю Ивановичу Макарову. Руководители города и района отметили вклад предприятий благодарностями, а к подножию бюста легли живые цветы. Евгения Светлая, Руслан Полянин, «Воскресенские вести».